Организацию весеннего призыва в армию обсудили сегодня на совещании в правительстве региона. С докладом выступил военный комиссар региона Александр Севастей. Так, призывники из Архангельской области в основном будут служить в воинских частях и подразделениях Северного и Балтийского флотов, а также в войсках Западного военного округа. 10 новобранцев пойдут служить в президентский полк. При этом военный комиссар еще раз подчеркнул, в горячие точки срочников отправлять не будут. Об этом сказал министр обороны на селекторном совещании 29 числа с руководящим составом Министерства обороны, что призывники привлекаться в службы в горячих точках не будут. Всего с 1 апреля по 15 июля из Архангельской области на службу в армию призовут чуть больше 1000 юношей.